nation of Americans has come together to make our country freer, fairer, and knows the system better than me, which is why I alone can fix it. A better tomorrow for our beloved children, and when we do, America will be greater. I am your voice. Демократы всегда защищают интересы большего количества людей, чем люди. Конечно, они все бедные, всех и средний класс, они голосуют за демократов. Почему демократов больше было президентов? Почему демократы продают всегда своих союзников? Ну, намного больше президентов было демократов, чем республиканцев. Именно потому, что за них большее количество людей голосует. А почему? Потому что они защищают интересы среднего и бедных слоев населения. А республиканцы в основном богаты. Большому человеку всегда плохо. И это партия, или это... Это другое. Это уже другой вопрос. Крепецкий не сладкий. Кто берет? Мы. Чтоб у нас... Ну что ты смотришь, я не понимаю. Тут все настроены на выборы. Все за Трампа. Я за Трампа. Ну что демократы, одни провалы. Что внутри, что с политикой, внешней политикой. Умудрили всех друзей, понимаешь, превратить в противников. Куда это годится? Un petit cordonnier qui voulait aller danser avec fabrique. Des petits souliers, une belle de tantré qui voulait les acheter, mais le cordonnier l'a déclaré. Не рассказывай, я вам все тройки въехал туда. Вот удивительно, да? Чужая страна, все чужое. А чувствую себя как дома. Очень люблю Брайт. Меня зовут Малка Шахар, я приехала в Америку 12 лет назад. Гражданкой этой прекрасной страны я стала год назад, в июле 2015 года. Как только я получила гражданство, я сразу же предложила себя в качестве политического деятеля. Я с первой минуты поддерживала Дональда Трампа, потому что я знаю от близкого мне человека о Дональде Трампе, может быть, чуть больше, чем остальные. Когда еще Дональд был маленьким, ну, подростком, он очень хотел строить, быть строителем. Мортон Соркин рассказывал, как они с отцом Фредом просто над ним издевались, как старики в армии. Они заставляли его месить бетон, носить кирпичи. И он беспрекословно выполнял все, что они ему не говорили. Потом, когда он подрос, он стал просить у отца в долг денег на то, чтобы самостоятельно заняться строительным бизнесом. Он не ел и не пил, но пока он не рассчитался с отцом, он не мог спокойно жить. Мне нравится абсолютно все, что делает Трамп. И я согласна даже с его отношением к Украине, к Крыму и к... в отношении Путина. Я буду ждать его триумфа. Какой с нее может быть главнокомандующий, понимаете? А вам что в ней не так? Она олицетворяет политику демократа. Да. Она провальная в данном случае. И не один год. Ну, Трамп, он неизвестный, но во всяком случае, то, что он говорит правильно. А мне больше Клинтон, потому что там, я отношусь к нему как к такому неадекватному человеку, который может такие фокусы откинуть, что эта страна оказаться может... Нигде она не окажется. Россию Путин опустил. Там уже все. Если будет выгодно Америке, то будет Россия страна агрессор, которая ей да только не будет, дать по слабинку, не будет и она он может... Нигде. А? Не будет нигде. Не, это не какое-то действие на самом деле, хотя ты выходишь на улицу, ты протестуешь, но это скорее жест. И голосование в Нью-Йорк, кстати, Нью-Йорк это тоже больше жест, потому что в любом случае это демократический штат. Я полжизни прожил в США и полжизни прожил в России. И
с какой-то, с одной стороны, я больше россиянин, хотя я, может быть, когда я там жил, я был слишком маленький, чтобы помнить. Но с другой стороны, я больше все-таки сознательной жизни прожил в Америке, поэтому я здесь ходил в школу, я здесь ходил в университет, я знаю, чем здесь дышит молодежь. Если Трамп придет ко власти, не то, что мы вернемся в 1970-й год. Нет, совсем нет. Мы просто вступим в абсолютно новую, какую-то новую ситуацию, которая, мне кажется, будет плохая. Но это будет изменение. Мне кажется, что это уже не обычные консервативные взгляды и идеология. А это уже какая-то немножко граничит уже с таким ультраправым фашизмом. Много лет спустя мы будем думать, что мы сделали для того, чтобы предотвратить какую-то нехорошую вещь. И как бы не хочется, чтобы потом я сидел и думал, вот почему я не сделал хотя бы чего-то, ну, чтобы перед собой хотя бы не было стыдно. Is divided into six segments, each 15 minutes long. We'll explore three topic areas tonight: achieving prosperity, America's direction, and securing America. At the start of each segment, I will ask the same lead-off question to both candidates, and they will each have up to 2 minutes to respond. Сегодня во многих ресторанчиках, кафе в Манхэттене люди собираются, смотрят дебаты. И мы, как граждане Америки, тоже эту традицию поддерживаем. Сегодня тут собрались люди, которые поддерживают активно Дональда Трампа, но они сами скажут свое мнение. Сейчас идет Третья мировая война с терроризмом, и сейчас военная обстановка. И в военной обстановке, я думаю, только Трамп сможет нас защитить, потому что он это понимает, он видит врага, он говорит то, что он думает, это очень важно, он не боится. God bless America. Меня заинтересовал Трамп, потому что я нашла в нем общие взгляды. Смелость, решительность, принципиальность. Главное, неподкупность. И с первых дней праймеров я собираю всю русскоязычную прессу со всех газет и журналов. Кроме того, собрала полный архив. Можно издать целую книгу, изучая всю эту корреспонденцию, поняла, кто есть кто. Считаю Трампа героем, лидером, легендой, рыцарем, птица большого полета, народный любимчик. Твердо поддерживаю его кандидатуру и буду голосовать за Трампа. И советую, рекомендую всем. Провожу сейчас агитацию, забираю материал. Выступаю где только много можно. Флаг ему в руки, да поможет ему Бог. Ура! Салют Трампу! Почему я против Клинтон? Потому что надоела ложь, а за ней такой целый длинный шлейф нехороших поступков. Вот. Она не защитила посла в Ливии. Для меня выбора просто нет. Я всегда голосовал против демократов. Нелегальные иммигранты, которые приезжают из стран с очень высокой заболеваемостью туберкулезом, некоторые из них могут приезжать с туберкулезом. Это коварное заболевание может не давать никаких симптомов. Раньше их хотя бы автобусами отправляли обратно. Сегодня они остаются среди нас. И туберкулез – это только одна из заболеваний, которая, как бомба замедленного действия, будет работать в этом. Скажу, что это будет битва двух идеологий. Одна идеология, что в Америке все хорошо, что Америка великая страна, и она будет еще лучше. Это позиция Клинтон. А вторая идеология – идеология критики. Критики коррупции, критики глупостей и так далее, которые возглавляет Трамп. Я физик и понимаю, что такое энтропия. Вот ваза, она, это порядок. Я могу ее разбить нечаянно. Это возможно. И это будет стремление к увеличению энтропии.
Но чтобы снова восстановить эту вазу, я должен приложить много сил и возможностей. И вот за это хочет браться Трамп. I want us to invest in you. I want us to invest in your future. That means jobs. Я голосовал за Хиллари в праймере. Мне нравилась Хиллари сначала, без Берни Сандерса, но мне нравился колоссальный опыт. Человек, который, вот вы говорили про статистику, да, возможно, можно посмотреть данные, там, человек, который интересуется статистикой. Фактически человек, я бы назвал ее очкарик. Я не вижу большой разницы между Обамой и Хиллари Клинтон. И я бы не сказал, что меня сильно не устраивает политика Барака Обамы. Our jobs are fleeing the country. They're going to Mexico, they're going to many other countries. You look at what China is doing to our country. Если послушать Трампа, это апокалипсис. Значит, Америка идет куда-то в пропасть. Единственная, кстати, его позиция, которую он не меняет, несмотря на то, что никаких не получает политических преимуществ, это его любовь к Путину. You can't do what you're looking to do with 20 trillion. Let's be sure we have affordable child care and debt-free college. How are we going to do it? Клинтон, как обычно, врет, и видно, что она надела маску бюрократа с опытом. А по эмоциям Трампа и по внешнему виду видно, что человек искренне переживает, искренне болеет за нашу страну. Мое предсказание, что если выберут Трампа, его убьют. А если выберут Клинтон, то она умрет на своем посту. Трамп гораздо более симпатичный. Трамп ведет себя как настоящий мужчина. Он ее не задавливает, как она вот прет, как танк. И глаза у нее скошенные, я не терпеть ее не могу. Как будто бы она на кухне выясняет отношения со своим мужем. Она сегодня львица. Она уже сходит с ума от злости. И если бы она могла, она бы ему поцарапала все лицо, как царапала своему мужу за измены в Белом доме. Очень я чувствую этот запах социализма и коммунизма вот из этой женщины в красной. Это гешефтмахер, если нужен перевод, я вам скажу. Это делец в юбке. Трамп – это давно ожидаемый президент США. Костьми надо лечь, чтобы он победил. Медиа должны все болеть за Трампа. He approved NAFTA, which is the single worst trade deal ever approved in this country. Он перебивался, там по статистике, по-моему, больше 50 раз. Про нее очень часто говорят, что она unlikable, что как бы она производит такое отчуждающее впечатление. Но у меня такого абсолютно не было впечатления. Он смотрит на нее на третье время, она ни разу его не просит. Это человек, который объявил 6 банкротств. Он воспользовался лазейками, которые предоставляет американское законодательство. Кто потерял во время этих банкротств? Потеряли мелкие бизнесы, потеряли его партнеры. Множество людей лишилось работы. Президент не может обойтись страну и сказать, что вот теперь у нас нет долгов. Многие были кандидаты, которых я не любила. Но я их могла, сказать, что вот, ну, как политик, как или Маккейн, который служил в армии и был заключенный, я их уважала. Этот раз, это да, первый раз, когда я могу сказать, что этого человека я не могу просто уважать ни как хороший человек, ни как бизнесмен и абсолютно не как политик. Из двух бед надо выбирать одну. А почему вы думаете, что она беда? Ну, она немножко врет. Врет ее состояние здоровья. А? Союзников дадут. Демократ. Шестечку. А Трамп то, что он за Путин, он не за Путин. Это он просто так говорит. А когда его изберут, он не будет за Путин. Да не, он... Весь мир...
против Путина, а Путин вообще... Но я тебе скажу, если это будет выгодно Америке, это он будет. Это он говорит, что поддерживает, но он Америка, его не будет поддерживать. Америка, страна большая. Он его богатая и золотая. Здесь нужно только сделать выбор, не переступая здесь закон, и ты добьешься всему всем. Вас как зовут? Сеня. А вы откуда? Из Одессы. И вы тоже будете голосовать за Трампа? Только. А почему? Потому что я республиканец. После таких терактов, что делается здесь, в этом самом Манхэттене, в Нью-Джерси, я думаю, что они поменяют свое мнение. Что он был прав, что таких вот негодяев нельзя пускать в Америку. 60 тысяч в год. Построить стену – это хорошо. Надо тут тоже. Хватит, наводнили Америку вообще. И первой ломочки нет. Отошел дурник. Даже сложилось нелегко, могло ли быть иначе, пришлось уехать далеко.